Новый скинчик. Спасибо. Кто подарил? А, вот теперь видно. Все, спасибо большое. О! Об этот отморозок. Спасибо за отморозка. Что еще за один? Рипли. Спасибо большое за рипли. Тут котейка прикольная на спине. Что у нас тут сегодня? Уф, спасибо, родной. Друзья, всем привет, меня зовут СПТ, вы на канале Не Спит. Сегодня у нас 10 января, 3 часа ночи, ежедневная рубрика «Чё почём». Прожимайте лайкос, погнали зыркать. Зыркаем, что сегодня. Новиночку нам. Там, кстати, я видел по сливам, еще новинки должны быть. Может, сегодня будут. Продолжат, может, нам день за днем. Магазин за магазином по новинкам. А можно это, ну, пошустрее чуть. Мы как бы люди занятые, торопимся. Чуть-чуть быстрее, пожалуйста. Чуть-чуть быстрее, пожалуйста. О, ура! И года не прошло. Поднимаемся на самый верх. Так, ну эти скинчики были у нас уже, да? Да, они уже были, когда Лего добавили. То есть в рамках месяца эти скины были. Этим нас не удивить, но это, как я понимаю, вкладка, которая леговская, да? Да, это вкладка, которая леговская. Ее почти не обновляют, поэтому черт с ней. Мы на нее сильно не акцентируем внимание. Было и было. Это огонек, это светлячок. Классные скины по 800, это кирочка неплохая. И дельтик за 500. Все это вместе в комплекте у нас штука 800. Нормальная цена за комплект. Мы движемся дальше. Вот хороший скинчик, у меня часто спрашивают. Типа, что купить не по-дорогому. Отличный вариант. Меняется стиль этой худи. Меняется, ну, стиль, я имею в виду рисунок, да, меняется. Меняется рисунок, меняется цвета, и, получается, собираете свой уникальный скинчик. Топчик, рекомендую. 800 стоит всего. И Лего стиль. А почему только одна? У нас же full комплект, да, их, по-моему? Почему-то только одна. Ладно, одна, кстати, лучшая, по-моему. Одна, но лучшая. Дальше, что у нас? Изамбель, неплохой скин с неплохим стилем, но не оригинально, вот, который... меняется книжечкой. Вот этот прикольный. Вот этот прикольный. И бэкпэк классный, книжечка, у которой тоже стиль неплохой. Кайфы. Ты 1500. Эмоция пируэт, хорошая эмоция. Я какой довольный. Эмоция. Тоже топчик. И бургер, ну это легенда. Бургера, бургера все знают. Это у нас было все. Опускаемся ниже. Это было. Этот типчик был. Эмоции были. Во! Вот это уже интересно, ребят. Это фенечка за полторашку. Фенечки некоторое время не было. Фенечка по кайф. Хороший скин. 1500. Два стиля. Оба неплохие. Лего стиль. Говнецо. Ну, говнецо. Прическа не та. Прическа должна быть в две косички. Ну, такое себе. Недоделанный. Бэкпэк, мишка. Лего стиль недоделаны. Ждем лего стиль. Легендарная кирка, ребят. Всевидящее око. Все любят. Лопата, это хорошо. Сталь. Тоже недоделанная, судя по всему. Тоже лего стиль недоделанный. А сам скин классный. Три стиля. Играбельный абсолютно. По кайфу штука 200. Тоже нравится мне. Обойма за штуку 200. Классный скин. Тоже два стиля. Тоже недоделанная, да, судя по всему. Ну, как будто да. Как будто недоделанная. И бандольер. Короче, они, видно, плюнули и начали докидывать недоделанные лего стили. Но он... у него тут как будто плащ нарисовано или что-то такое. Хотя он с голым торсом. Типа, либо недоделанный, либо не положено нам голый торс лицезреть. Одно из двух. Но скин вот этот классный за полторашечку. А деваха 1200 стоит, да? Ну, лучше деваху взять за 1200, чем пацана за полторашку, чисто из-за огромного бэкпэка. Девах поприкольней. Дальше музыка, музыка, музыка. Weekend, ремонтница. Чужой остался видеомаг здесь. Точила. С Новым годом, ребят, все еще вас. У нас здесь щелкунчик. Кстати, писали комменты, что щелкунчика ждут. Дождались. Щелкунчик с 5 стилями. Кстати, классный лего стиль, раз. Бэкпэк неплохой. Дальше это скорлупка. Тоже прикольная, но прикольная со спины, ребят. С лица, лицо, конечно, стрёмная жесть. Тоже кайфовый лего стиль. Лего стиль тут прям офигенный, неплохой бэкпэк. Топовая кирочка. И, собственно, эмоция, которая вот это. 3 пикселя. Неплохо, так глядишь, ребят, и лыжников дождетесь, да?
Дальше это у нас этот леденец огромный, тоже Лего стиль прикольный, сам леденец очень сомнительный, блин, я хрен его как за него играть, с классной оберткой и неплохими кирочками, вот 1800, тут 2800, скины, кстати, дорогие, в комплекте 2800, хорошая скидка, 2300 аж, скидка прям дикая. Так, и комплекты, понятно, в общем, понятно, и что у нас сегодня, типа, главное блюдо, я даже не знаю, типа, фенечка, что ли? Какой скин сегодня является главным в магазине? Это вопрос. Или Новый год? Непонятно. В любом случае, ребят, спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь в Телеграм, пишите там свои комментарии, что вы думаете по поводу магазина. Я все читаю, даже когда их там по 1000. Ставьте лайкос здесь, пишите коммент тут. И не забывайте подписаться на канал. Всем пока.